сразу правильно мой, твой, его день рождения. Правильно мой, твой день рождения. А почему? А потому. Рассказываю. Словосочетание «день рождения» главным, базовым, образующим это сочетание является слово «день». Как докажете? Легко, как говорят теперь в русском устном. Попробуйте это словосочетание употребить без слова «день». У меня сегодня рождение, не получается. А вот у меня сегодня день какой-то, может быть рождение, может быть день встречи, а может быть еще какой-нибудь день, это пожалуйста. Так что повторю, главное словосочетание «день рождения» – слово «день». Это слово, слово «день», будучи грамматически словом мужского рода, требует, чтобы все словосочетание «день рождения» согласовывали по-мужски. Поэтому «мой день рождения». Хорошо, скажете вы, а почему же тогда часто говорят «мое день рождения»? Хороший вопрос, потому что главное, конечно, не указать на ошибку, а хотя бы попытаться объяснить, а какова причина этой ошибки. Объясняю. Сочетание «день рождения» состоит из двух слов и обозначает один определенный день, и поэтому всегда произносится фонетически вместе, образуя при звучании какой-то гибрид «день рождения». Вот этот гибрид и похож на существительное среднего рода. Потому-то и хочется говорящему даже не в свой день рождения употребить рядышком средний род.